Так, бесплатный маг. Спасибо. Так, посмотрим. Так, две гилы. Рестл. Да. Один такл. Вернее, два. Ну, эльфы они есть, как и в Африке эльфы. Неприятны всегда. Так, не будем томить оппонента ожиданием. 410, да. Как я и говорю. 400 индасментов. Не считая мага. Взятку взял, да? Все это нормально. Правда, я думал, что два там звездных игрока будет. Ну ладно. Эдрил, короче, будет вскрывать клетку. Туда будут засовывать гард. И два куба, соответственно, мяч. Как-то так. Там я не помню, так понял, короткий экскурс проводит штат. Либо просто испытывает мое терпение. Знает, что я не люблю ждать. Ах. Лесной лес. Маломыльная. Сало сальная, да. Так, Гамадрил. Вампиром поцелованный. Так, наши ребятки-козлятки. Я даже задумываться не буду. Конечно же. Убираем нападение. Так, чё у нас тут, где кого? Mm.
такая, значит, расстанова. Как неприятен, да. Так, ну шо? Так, ты... А, ты этот, да. Так, деревянного будешь держать. Так, там что? Там эта херня. Так. Немножечко. Так, ты... Да. Все. Ну чё, помчались. Иллюзий, блядь, особых я не испытываю по этому матчу. Индостан. Так, Лунер не заслуживает, я думаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ага.
смерть эльфам. Ну как тебе объяснить? Вполне возможно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так, ладно. Трехкубовый. Ладно, хер с ним. Приролить я не буду. Так, уходим сюда. Так, теперь что, наглость? Наглость, второе счастье, да. Ой, не ты, блядь. Ты сюда. Надо козлов воспитывать. Раз, два, три. Ой, раз, два, три. Раз, два, три. А я никогда не ссал, мне похуй. В сжатии в тряпке. А, тряпкой, как я замечен, не был. Так, могут сюда придумать кубы? Думаешь, что да. А если я встану сюда, могут найти кубы в эту. А в него и так найдут, да? Да. В него и так их найдут. Ну ладно, все, нахуй. Никто не умер, как говорится. Даже в колокол не отправили никого. Три куба тоже в пустоту. Могут хаос воина сожрать. Там же не взятка есть, да? Да. Взяточка. Блять, матч будет долгий, нахуй. Надо часов до 8, бля. Помню свой последний, блядь, матч с Диаметом. Почти что 3 часа играли. Так, ну это под трехкубовый. Это понятно, я знал, что так будет, но... Дерево я был обязан держать. Не надо оно мне. Свободное. Так, в лиц, похоже, будет все-таки, да? В фалилу. В принципе, вполне адекватное решение. Почему бы нет? Так, подкат пришел у нас сюда.
понимаете ж. Хотя, знаете что, возможно, вообще в мяч будет однокубовый. Или двух. А. Я думал, здесь вообще придет Эдрил. Как ее сделает. Гипноз, потом прибежит гард в клетку. Так, почти что бинго. Так, грязище пошла. Я не знаю, зачем ассист. Видать, он забыл, что он... Ну ладно. Ах, не буду. На мяч поедет или куда? Опа! Оба ёба. Оба двое. Что за дайсы? Так, или ролит? Ну да, шестая броня. Опасно. Так, лошак в нокауте. Так, ну не страшно, ладно. Это не самое неприятное, что могло случиться. По сути. Ну как тут? Как тут? Пока не очень. Шестая броня, да? Ну давай, Буйло. Твой звездный час. Куча малирования. Ничего не будем делать. Мы ж, блядь, не животные, так ведь? Нет, мы не животные. Так, вот теперь интересность самая. Самая интересность. Ты у нас кто? Трех сильный, да? Дерево сможет прийти потом. Да пускай приходит. Если сможет, конечно. Так. Мил человек, ты идешь сюда? Хотя нет, я, наверное, продвинусь вперед. Блядь, да стойте на месте. Так, идем вперед. Фейерболы. Все это очень прекрасно. Так, а здесь чтоб не били нашего.
Вот так вот. Так, душ доджить не буду, ладно. Там атаку. Ну, конечно. Упало, блядь, то, что надо. Блядь, да откуда они берут вот таких магов? Ну, ёбаный в рот, блядь. Сука, я вот всё поражаюсь, блядь. Почему такая вот хуйня в меня, блядь, заходит? Я, блядь, 8 тел кидаю. Блядь, там даже стана нет. Чё за хуйня, блядь? Блять, игра говна, блять, сука. Ебаного. Хуйня ебаная, блять, просто. Просто маг на похуй и все, блять. Да это я видел, что, бля, все встали у тебя. Я-то смотрел так до конца первого тайма. Тут маг он, блядь, просто. 5 из 5, блядь. Ну тут заносить, наверное, будут. Хотя даже заносить-то не надо, можно поставить. Там иди, блядь, полуклеткой, хромосомой, ебалой любовой, блядь, хоть свиньей, блядь. Все равно, блядь. Так, что тут, гипноз? Понятно. Так, ну лонером еще будут пить, похоже. Да чё так долго-то, блядь? Ёб твою мать-то, блядь. Понять не могу, блядь. Все же, блядь, просто тут. Тут уже, как его, обосраться сложно. Это мы, блядь, 2 плюс не можем кинуть. Так, Сталинг, понятно. Да, шестерка. Блять, ульту что ли копит? Ну ладно, хоть, блять, выдергиваем из него через этого нашего инвалида рероллы. Уже хорошо. Второй рерол он выдергивает. Вернее, не он, а... Первый это, как его, ДПшка, да. Так, пробой, но ничего страшного. Просто стан. Так, фол. Горда. Так, что это? Так, я лечить буду, мне похуй. Но все равно на пенсию уходит.
Так, додж. Да, чё-то как-то все грустно, блядь, после мага выглядит. Очень грустно. Так, надо везде вставать. Тут даже не обсуждается. Да, есть. Так, он, ну, на, справедливо, я считаю, дабла. Оппонент 2 кинул. Как бы больно, да? Но не смертельно. Так что надо бежать пугать. Хуй. Все-таки надо было там доджить от дерева, там таклы не было. Сейчас сталинг затянется до середины матч-тайма. Из-за волшебного мага. Маг просто был шикарен. Ну, я хоть надо было здесь даже потом здесь попробовать выпрыгнуть. Но он это посылает запасного. Вдруг я молнию сделаю. Чё-то, блядь, как-то грустный матч. Начало. Ну, маг типа вышел, радует, да. Бля, пофалить-то неким. Есть только реслом. Если его сейчас не выбьют. Так, хорошо. Мне нравится. Бррр. Так, судьба этого меня вообще не волнует. Так, свисток. Так, сетка ушла. Уже хорошо.
Там все равно не до козел был, как говорится, хуй типа пойми кто. Интересно, он с больничного может уйти? Наконец-то покинуть команду. Допустим, если я сейчас дам фаербол сюда, блядь, то как бы не ляжет ничто. Вернее, никто. Так, могу ли я ударить дерево? Ну, по сути, да. Надо оно мне. По сути, нет. Так, мешаются друг другу. Ребятки некоторые очень мешаются. Трехкубовый сейчас вообще не ошибка, я считаю. Так, нокаут, это, конечно, хорошо, только там пивко есть, вот в чем. Так, Эдрил, пес вонючий. Так, а на кого встать? Встанем сюда, тогда здесь на двоих вместо одного. Так, теперь должен здесь, потому что здесь как бы это хозяйство через 2 плюс происходит. И хозяйство номер 2. Да, вот так вот создадим лишний геморрой. А тут, наверное, Торгорс потерпит. Это его судьба. А, нет, пива нет. Так, ну он заносить должен, он это понимает. Потому что надавил-то я вроде нехило. Гипноз, чтобы ударить хаос воина, да? Ну, гипноз хороший. Работает. Неужели сталить будет?
Ага, вон он, чё, понял. Задумка теперь ясна стала. Не просто, но... Блять, хорошо, что у нас и ходы не 5 минут. Как вот я рад вот этому, вы бы знали. Ну чё, бля? Неужто маг нахуй? Потом пас Козлинкевичу, бля. Я думаю, что маг актуален здесь, блядь, как никогда. Солить я уже, блядь, его. С пробоем. Нахуй с поля. Заебись. Так, а чё думаем-то, блядь? Но это не 5, как говорится, смаговали, а всего лишь 2. Так, блицуем этого, да? Рассел? А почему бы нет? Считаешь, что нормально? Блять, не все так удачно. Блять, и этот добегает. Надо ГФИ делать. И вкладку по-хорошему. Ладно, смотрим, короче. Так, значит, второй тоже. Так, отлично. Так, подождите. Теперь как главное вкладку-то сделать? Спасибо.
Ладно. Все, что от меня зависело, я сделал. Это самое лучшее, что можно было придумать в данной ситуации. А ему просто надо было занести. Он был в дефе, как бы. Он бы шел бы в плюсе, как говорится, перед своей атакой. А видите, весь его маг, который положил всю клетку, ушел, как говорится, в никуда. Но я здесь тоже был должен использовать мага, как бы. Правда, и занос у меня как бы прохладненький. Пока что. Интересно, будет он блицевать мяч в один куб? Живи, козлик. Так, мол, живет, спасибо. Гипноз не сработал, странно. Да, неприятно, если он встанет и блицевать рестл-то такое. Так, пророс, я дождался. Дождался этого момента. И мы не падаем. Так, а почему он меня освободил? А, он будет бить. Я думал, будет его освобождать. Я думал, он должен был это сделать. Что будет ли как его зовут от подката? Нет, не будет. Так, молодой человек встает. Допустим, блицану я Эдрила. А что мне это даст? Да ни хрена, если честно.
просто встаю. Выбираем двойку. Да, выбираем двое. Тут самое главное у нас еще. Вот мы что должны делать. Мы должны вот этого молодого человека держать. Да, встанем под край. Да, неприятно. А что делать? Так, сколько у меня реролов? Два реролем. Так. Ежели я встану сюда. Что тут могут придумать? Через верх кем-то как-то, блять. Ну тогда подбирать неким, да? Ладно, лучше останусь так, чем он упадет и толк от него не будет. Хотя шажок надо было сделать еще, согласен. У нас из заносящих только хаос воин. Если побежит со всех ног. И там пас, блядь, ну такой, короче. Короче, чудеса сплошные. Так, гипноз. Значит, туда он идет. Да, тут есть у меня над чем подумать, согласен. Чем есть. Эх, эх. Эх, ну почти, да. Так. Не сработал гипноз. Уже хорошо. Уже непросто. Так, Гордецкий. Он вынужден это делать, согласен.
Так, хорошо. Не зря я тратил рерол на ресло. Можно еще разок? Нет. Губа треснет. Так, вот это отлично. Ой, прям вовремя. Их еще бы откис был, он бы вообще бы был подарок. Так, ну ты бьешь. Да, два куба. Мне тут даже думать нехуй. Так, это, наверное, мы в конце сделаем. Так. Я сколько силы? Значит, 3 куба будет блиц. Так, ну я встану, ладно. Так, Козленкевич пробивает его. Так, думаю, он мне для помощи понадобится. Так, бежим по краю. Блять, да не следовать надо было стоять. Хотя... Нахуй я проследовал, блять, я же не хотел следовать. Идиот, блять. Я должен был оставаться здесь. Так, ну не критично, не критично. Считаю, что это нихуя не критично. Он все равно только в красные достает. А мне на вкладку, блядь, нужен, как его, и на прочую хуйню. Освободиться я, допустим, от контакта я смогу уйти с мячом, а вот... Кто заносить будет, мне нужен, чтобы это. Тут и так, блядь, ГФИ. Так что нахуй. Я лучше оставлю. На Йоло. По сути, вообще не надо было бить, блядь. Он пожадничал. Надо было оставить единицу. Так он тут думает, или на мяч встать, на меченос, ну, то сейчас непосредственно с мячом, либо...
Можно, конечно, в пас сыграть, освободиться самому, но это будет уже два раза, два плюс. А пас сделать потом еще через два плюс, два плюс. Короче, ну такое. Здесь я должен был оставаться. Ну, не следовать. Так, ну это понятно, зачем он пришел. А вдруг не подбор? Ой, вкладка не состоится. Здесь вот, конечно, сплоховал, как обычно, где-нибудь да обосрёшься. Да, это марка. Ну тут-то у меня, ладно, авторерол типа есть, бля. Я думал, он будет марчить этого. Так, ну все равно есть игра. Так, этот не добегает, не интересен. Тебя, значит, марчим. Тебя, соответственно, тоже. Как говорится, двумя такл-зонами. Так что если только сюда, через 3 плюс, по-моему. Так, Рессел идет держать Ресла. Блиц у нас будет слева направо. Следуем. Так, тут все отлично. Ес, блять! Ес! Выкрутился, все-таки выкрутился. Ну, оппонент пожадничал, ему надо было просто было занести, а не сталить. Да дух, ну вообще душнота. Так, у нас все встали, это приятно. Так, тут есть захват. Есть, да? Значит, ему проще сделать вантер. Так, значит, всякое отребье, которое не такльное. Так, давайте сначала будем разбираться с самым главным аспектом.
сказать, так-то не хватит. Как ни крути. Как ни крутите пейсы, как говорится, да? Такла вам не хватит. Так, на лос давай. Ты уходи. Так, херня, подождите. Хотя вот так, если... Если вот так... Херня становится более надежней. Тут одноочковые проходы. Блять. Ладно, больше ничего я не могу придумать. Увы, не хватает ни одного такла, чтобы перекрыть всех. Он пробился. Так, 5. Так, 3 викунья. Викунья. Пускай яванский свин. Хотя... Хотя рестл, наверное, нужен, да? Ладно. Пока что еще непонятно. Как бы угроза заноса сохраняется. Ему даже блицевать не надо. Он может козла, мог бы затолкнуть этим. Почему он не пользуется захватом? Вот это мне непонятно. Оставляешь клетку свободную, берешь козла за уши, затолкнул, а дальше толкаешься. Ну там какая-то, да, своя система, другая, ладно. Не знаю, зачем ты что-то другое придумал, имея игра, не пойму. Самое главное сейчас никого не терять, вот что. Да, блядь.
Не видел, что он что-то написал. Привет. Ну чё, типа так, 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 туда. И лышо! Прям какое-то это ручье получается. Пум-пум. Мячик вроде нормально выбил. Далековато. Так, а я не понял, а чё мячик так долго летит? Мячик... А, блядь, вон чё за хуйня. Блять, quick snap что ли? А, я хуй знает. Вот я так играю, такой внимательный, просто ну, деваться некуда. Рассеянный, блядь, с улицы бассейна. Ну, я как бы, я могу песенкой там заслушаться во время своего хода. Вместо того, чтобы таймер, на таймер смотреть. Так что это нормально. Агильный пробежит везде, блядь. Так что. Так, ладно, хорошо, что не поймал. Уже надо будет кидать кубы на подбор. Не, это не проталкивание. А, про. Сюда, 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 да. Не в три куба. Не в три. В два. Правда, ассиста можно подвести еще. Эйдрила. И можно кинуть три двойки, я не обижусь. Нет. Увы. Но это одна клетка, но ей вроде как хватает, да? Или нет? Этот ебучий квикснэп поднасрал нам. Да, нам поднасрал квикснэп. Если бы его не было, то под вопросом бы был бы авантюр. Да не бей ты меня, не надо тебе этого больше.
Так, у него спринт, наверное, есть, да? Все у него, блядь, есть. Тут 2 плюс 2 плюс, там, пятая гила, блядь. Зачем ты гипнозишь меня? Неужели он еще хочет протолкнуть? А интересно как? Эх! Эх! Сорвалась. Почти что ухватился за эльфа. Сайга молодец, почти что захватила. Опа! Опа, чё? Это что? Да я сижу тут уже, майку можно менять. Не, ну, эльф сам пожадничал, он же мог занести на четвертый ход. И была бы ничья сейчас бы. А может быть и 2-1 бы был. Так. Сайга помоложе. Она уходит с поля. Встаем широкой. Так, где? Хотя даже, наверное... Хотя нет, Блоджер не козел. Мне понужнее будет. Так, пускай разгребает. Теперь следующий. Так, ты сюда. Второй парой у нас встают. Вот эти молодые люди. О, как. Аж самому понравилось. Нихуя я не буду давать никакие, вот как некоторые встают, свободный проход там эльфам, крысам и прочим там, блядь, цыганеве, семимолные, восьмимолные, ловкоте. Пускай пробивается. Ему надо, пускай пробивается. А то встанут так, чтоб лишь бы меня не били, а типа с... некоторые с таким подходом все равно я не смогу сдержать эльфа. Пускай быстренько я лучше на нем надавлю, он меня быстрее занесет, а потом я ему ответ. Нет. А я вот лишь вот так вот решил. Пускай старается тоже.
Почему только я должен потеть? У нее две аптечки, у меня ни одной. Я бы, наверное, на лосе не упирался на его месте. Особо там. Хотя это, возможно, это коварный план. План ВС Капкан. Встать. Как его? ХК 47. Я как Хеклер Энкох 47. Хорошее у тебя чувство юмора. Если я правильно, конечно, понял твой ник. Но классно. Как ты написал? Встать! Квикснэп идет, да? Так, кто у нас будет убивать мячик? Мячик у нас будет убивать Канна. Немножечко она его выбьет по наглости. Хочу Лип в команду Хаоса. Думаю, что... Да блин, ну почему? Так сложно выбить мяч. Ладно. На край бы упало, было бы интересно. Вот поэтому я хочу Лип. Потому что я не умею выбивать мяч. Как следует. Так, он понял опасность. Козлик, не покидай меня. Опа, хорошо, молодец, Тагорс. Умный мальчик. А я хочу Клавсуна хотя бы на одном завре. Ну, в принципе, хорошие мечты. Давай я устрою турнир. Мутациями. Не с мутациями, а устроить турнир. И там победивший тренер, допустим, в сезоне, может взять себе на игрока, какого он хочет, любой навык, даже который у него не предусмотрен. Допустим, тинозаврах ты их. Хочу вот Клавсу. И я такой, пожалуйста, бери. Выдаю. Так, побежали. Мерзость. Так, фалить будут? Вот в чем вопрос. Будут ли фулить? Так, слева, как я хотел блицануть подкат, но похоже отменяется это у меня. Там будем немножечко по-другому играть.
Так, в пас играют, молодцы. Не стесняются. Ребятки не стесняются совсем. Так, ладно, ой. Могут тут прорваться, да? Так, ты кто? Ага, семимолный. Я понял, кто ты. Два трехкубовых. Здесь блицуем, потом встаем сюда. Здесь сразу встаем. Домой. 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 Так. Там есть аптечки. Все дела. Так, а если сюда встану? Смысла нет, да. От такого стояния. Встать. Так, если я встану здесь на Агильного, что мне это даст? Здесь дырень будет, да? Блять, а есть ли? Ладно. Встаю пока. Пока оставлю их как есть. Пока рано на мяч. Можно было, допустим, сюда, сюда. А что мне это дает? Я жду, когда лошак в себя придет. Он мне нужен. Как никогда. Вытолкнуть хочет, ну там какие-то, бля, прохладные действия. Так, дерево. Пока. Ну, вправо, наверное, будет толка. А, и вперед, да? Угу. А зачем он так у зоны? А нет, так у зоны нет, все нормально. Свободный проход.
Тут все отлично. Так, а там кто-то есть, что ли? Дождик осенний. Откуда он там взялся? Тактические залегания. Хитрый какой. Хорошо. Хотя он все равно сможет еще раз приложиться. Креслер. Он освобождает своего верного Вардинсера. Так. Но блиц уже был. Это я помню. Он хочет два куба намутить на этого. Ну чё, гипнотизер? Получишь по ушам. Или промеж. Чейнблок, кстати, есть вагильного. Ничего себе, бля. А, вон как. Вон чего. Вот этого я не предусмотрел. Увы. И ах. Однокубовый есть. Ой, телеролицы. Я сомневаюсь. Ну чё, бежим помогать. Подобрать мяч. Так, ну здесь встаём. Ибо надо. Ибо надо. Следовать я не буду. Потому что он сам умрет. Не надеюсь. Ну чё, помощники, вперед давайте. Бежим помогать. Так, подождем. Так, стоп. Блиц у нас будет Вардинсер. Из положения лежа. Так, потом. Шестая броня, как-никак.
Так, братья мои. Встаешь? Надеюсь, хватит ассистов для того, чтобы ему поплохело. 6 плюс не такой-то плохой, не такой плохой фол. Ну да, он перевернулся кверх воронкой, уже хорошо. Тут-то не так, как просто ему забегать. Через подкат тут как-то можно, да? Вот через этот, если этот гип пожужжит. Ну тут все на ассист уйдет, вот чего. Тут надо ему что-то решать с мячом. Либо помогу. Я уже как-то должен обострять, я так думаю. Так, есть блиц, да? В козленка. Что есть, то есть. Травм-то я сколько наделал. Вагон просто. Умею ведь, да? Блять, а тем временем за окошком стемнело. Садился светло еще было. Как бы 2 часа уже практически играем. 18:42. Так, это приятно. То, что не за них качнулся и не упал. Потому что я, как говорил, у меня 3 Хаос воина уходит по старости. Ага. Кикеру нам везде дорога. Кикеру нам везде почет. Так, ты блицанул? Больше не будешь двигаться? Поверь, дружок, тебе надо. Опа! Опа! Щекотливая какая ситуевина. С огнем он здесь играет. Так. Смотри-ка.
чертяга. Я под кату ушел. Вот же мерзость. Так, что мы сейчас должны здесь делать? По-хорошему, я должен трахнуть Агильного. Да, я должен трахнуть его. Молодой человек, вы должны трахнуть Агильного. В три куба. Как я тут встану? Вообще-то в контакт надо бежать, блядь. По-хорошему. Наверное, это мы сделаем, но... Самый неприятный... А, блядь, а нахуй меня сисях, блядь. Я же силовой. Вартенсер у нас... Так, стоп. Блять, не успел, ладно. Ну не критично, у меня там тот добегает или что. Опять заслужился. Музлом. Тут не такой-то простой бросок. Вот это, конечно, я не успел сделать. 2 плюс, 2 плюс. Ладно. Хотя я был обязан делать. Ну, в принципе, я собирался, да. Орикс на перехвате, по сути, еще, да, как бы, находится. Если его не уронит, он все равно останется в контакте, будет мешаться. 3 плюс прием. Вытолкнуть его могут, блядь, вот.
да, я вынудил делать ей вот это. Ела. Не успел клавсой походить, но... каким... молом. Хотя, наверное, по-хорошему надо было до яком бежать в контакт, а этим марчить. Как умный мысля приходит опосля. Ну да ладно. Ну да ладно. Так, даджи оттакла. Жаль. Все получилось. И здесь 5-5. Сдерживание. Прорасти не хочешь? Дерево. Так, хрусь. Поймай его. Поймай, пожалуйста. Поймай его. Отбор. Еще раз. Еще разок! Еще! Молодец, бля! По красоте! Ну что, мы удохуем? Рубят? У тебя есть блок? Блока нет. Все. Блиц у нас в мяч идет. Сказал Свет. Угу. Посмеялась, подумав, игра, да? Хотя, стоп. Вот так же ж. Вот так же ж. Так, ну фалить мы сейчас не имеем права. Наглость великая. Бьем. Двойка, говорят, больнее. Хорошие кубы скинул. Ну что, теперь самое главное. Самое вкусное. Двойка есть. Отлично.
Блять, какой нехороший скатер-то, ёпта. Но я подбирать не могу. Меня ведь вытолкнут. Хотя нет, не вытолкнут. Он же пробился, да? Пробился. Отлично, все. А этого тогда продолжаем терапию. Все, терапевт, короче. Этот помогать побежит. Это, скорее всего, занос. Вторая банка. Да. Массаж простаты. Пяточный. Вернее, не пяточный, копытный. Ну, все плохо у эльфа, если честно. Если он даже нас помарчит, мы в три куба освобождаемся. Помочь он там ничем не может. Только если Эдрил придет, помарчит, ну... Все равно я особых не вижу проблем освободиться от ассиста. Похоже, если я сейчас побеждаю, вдруг-то каким-то чудом, то я уже точно ухожу в вышку. У меня будет там, блядь, 12. Так, 12 плюс 3. 15 очков. Мне надо просто сейчас занести и все. Это уже как бы процентов 70 к победе. Так, а вот этого расцеловать надо. Где он? Нильгау. Он, правда, на пенсию уходит, но его надо расцеловать. Так, деревце пошло. И не дошло. Вот теперь вопрос, будем мы ли играть в животную игру? Двоечку скинули. Приятно. Вовремя. А то там могло бы получиться неприятно. Ну, здесь трехкубовый. Вот таким манером. И занос. Нехуй тут выебаться. Так ведь? Правда, на всякий случай. Случаи бывают всякие. Так. Не надо расслабляться никогда. Тем более против таких маститых игроков.
Нет, он не пробился. Тогда я за нашу... Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. На седьмую клетку. Я не буду, как его, играть в сталинг, там что-то морщить лоб, это, смотреть какие-то... Нет, да. Я просто это сделаю, чтобы не повторить, как ошибку оппонента. Как говорится, есть возможность в дефе занести? Заноси, не думай. Так, нокаут сохранился. Так, ладно. Сделаем мы теперь тогда расстановку по-другому на лосе. Лоси. Уси, лоси, так уж повелось, да. Заклапсована, так, очарована, блин. Давайте-ка. Да. Левый фланг все равно послабже будет, чем... Чем правый. Ливанский свин. Ведет себя... Зато травм, видите сколько? Вагон, блядь. Ну давай в вышку. Тут же мало клавсового хаоса. Вот шведа очень не хватает. Блять, я и так там 6 сезонов был. Просто меня в том сезоне вытолкнул. У меня кроме ничьих ничего не было. Просто сосал и облизывал губы весь сезон. Так, Канна. Нет, я тебе не дам выбивать мяч. Пускай Орикс убивает. Ему все равно скоро на пенсию. Он, кстати, после этого матча, это будет пятый игрок, который скажет... предупредит о своем уходе скоро. Возможно, кто-то вообще сейчас уйдет после этого матча. А так-то собирается вот этот, 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 этот и вот этот. Вот 5 игроков. Костяк команды. Так что я не знаю, что там испугались. То, что я выйду в вышку. Они, может, уйдут все до конца сезона. Я сам подумаю, нахуй мне в вышке играть командой лонеров. А с другой стороны, кому-то место, какому-нибудь пирожку место дарить. Так, ладно, Орикс, давай. Покажи класс. Лошак, бля, лошара!
Ну, зато от трехкубового ушел. Может, и не лох, действительно. Да, тут сразу сменились планы. Сбой. Вот эти вот перед матчем. Вот этот предупреждает. Вот этот предупреждал. Вот этот предупреждал. А, вот этот еще нет, это у 76-й матч идет. А вот этого 96-й, он после матча скажет. То, что все, мячей натаскался, блях, будь здоров. Скажет, давай выходное пособие, буду виллу брать. Поеду, блядь, в Заврические земли. Буду лукоморцев тренировать. Так. Ван энд Терн. Замутили, да? Мутится, крутится Ван Терн. Тут меня наебали просто как ребенка. На 104-й игре всего лишь. Сейчас Тагорс должен перехватить мяч. В 9 такл зонах. И после этого будет признан как рукой Бога. Да что ж ты будешь делать-то? Какой-то писос на кубах у Адамта. Лови его! Лови его! Падай! Падай! Ладно. Так, сколько у меня там осталось? 3 хода моих, да? А вот этот игрок у меня через месяц, говорю, через это. Через матч травмируется. Инвалид-то мой. Так, у Адамта 2 хода. Очень интересная расстановка. Так, ты идешь сюда. Хотя даже перебьешься. Сюда встанешь. И сюда. Мяч, скорее всего, пойдет направо. Так, стоишь здесь вот так вот. Ты встанешь здесь.
Подождите, стоп. Так, ребята, а вы все рассосались по полю? По полю-полю? Будете принимать мяч. И потом уходить в деф глухой. И... Все. Подожди, стой. Где ч... А! Пардонте. Не вижу уже ни хрена. Оперативник делает выбор. Быстрый снэп. Заебомба. Просто бомба. Я знал, что это будет, блядь. Я знал, что это будет. Так, раз, два, три, четыре, пять. Наверное, скорее сюда. Отмагнитят. Сюда. Увы. Поехали, да? Можем ударить, да? Так, свободен. Двойка, то что надо. Так, а нахуй мне изобретать велосипед? Я просто подбираю мяч и ухожу в уголок вниз, бля. Вернее, не вниз. У него реролов нет, у меня они есть, бля. Так, стоп. Мы ж никогда не ссались. Никогда, бля. А будем? Никогда не будем. Козла надо растить. Вторые ноги сами не вырастут, бля. Только через пост, через пот и боль вырастут вторые ноги. Двойка. Вполне борьба. Шестерка. Вполне. В
контакт. Ты кто? Неужели травма? Да быть такого не может. Так, а нужен ли нам блиц? Наверное, да. В кого? Допустим, я блиц. Раз. Это без ГФИ? Раз, два, три, раз, два. Как же без ГФИ? Ладно. ГФИ, так из ГФИ. А вот и травмы пошли. Предпенсионные. Так, Викунья, а подержи-ка, пожалуйста, за уши Эдрила немножко. Меня счет матча устраивает, как заносить. В принципе, еще можем через Агильного. Вот тут, блядь, через кого-нибудь забежавшего. Через Викунью тоже. Освободить ее, она убежит, а потом сделать ей почетную передачу мяча. Аптечки-то все ушли. Тут как-то нагло расставились. Ну, Квикснэп был у оппонента. Был. У меня тоже, да. Значит, все справедливо. Я считаю, что нормально. А я расставился, ну, тоже в расчете, то, что он случится. И он, кстати, он нам неплохо зашел, Квикснэп, прям. Две травмы нам принес. А по сути могла бы быть ничья, ребят. Хотя еще по два хода, так что все может быть. Да, решили нам убить кабана. Ну, он на пенсию, в принципе, уходит. Нам, по сути, что надо сделать? Повалить Вардансер. Все. Вардансер падает, мы уходим вправо. Так, подкат. Пора ловить. А, хитрожоп. Это же хитрожоп.
А ну-ка, держите его, держите! Так, Варденсер может? Может. Что он может? Запрыгнуть в клетку. Да. Ситуевина. Так, ну с тобой все понятно. Куда ты пойдешь? Варденсер не в зоне доступа, как говорится. Значит, блицуем Эдрила. Силового агильного козла ставим на Варденсера. Остальная шайка-лейка бежит, бежит, да. Два шесть. Пробился все, да. Хотя стоп. Ладно, тем не менее. Да, может, может случиться эксцесс сейчас неприятный. Ну, надеюсь. Хотя нет. Нет, все же сюда. Да блять! Не успел. Сейчас могут отобрать мяч. Не просто, но могут. Блять, и этого не подвигал. Нахуй, буду без музыки играть. Не, лирола, правда, нет, но это, блядь, не... Все равно как бы... Меня не особо радует.
Здесь я должен был пофалить, здесь помарчить этого, здесь этого, но слушал музыку. Да, тут все непросто. Но ему надо кем-то ассистировать, надо кем-то блицевать, надо кем-то заносить, надо кем-то подбирать. Широкую клетку я тут не видел смысла ставить вообще никакого, потому что, ну, вы сами знаете, пятая гила в эти в клетку, ну, в широкую, как все себе домой. Так, лонер прибежал. Так, запрыгнул. Так, все-таки, блять, у нас дождь, ладно. Да, здесь не просто было. Согласен. Я бы мог бы соснуть. Сейчас здесь как бы эпично, бля. Надо ли мне здесь выдумывать трехкубовые? Наверное, да. Так, давайте. Все встречают мяч, ой, занесенный мяч стоя. Так, ты идешь сюда? Это же, да. Так, давайте побыстрее ходить, на, чтобы успеть на этот ход. Ладно, двойка, так двойка. Ты идешь сюда. Ладно, бьем. Шестерка, блядь. Ладно, шестерка, так шестерка. Так, вот теперь надо думать. Есть близ в дерево! И мы его будем делать! Я, наверное, думаю, сделать пас Ориксом без всяких вкладок, нахуй. Давай, Нильгао, уроним дерево под занавес. Чтоб было. Теперь с пасом. Либо отсюда. Это сколько? Да покажи мне, блядь, игра. Длинный, да?
Нет, тогда. Ладно, Лерол ушел. Не верю ролю. Больше кидать ГФИ смысла нет. Так, принимающий козлик не справился. Ладно. А я, блядь, животное. Ладно. 20 монет потеряю, похуй. Ну, блядь, MVP лучше не придумаешь. Как раз я его хотел уволить, ладно. Два пробоя. Чё-то я не заметил. Ну, 22 пробоя, да? 4 нокаута, 2 травмы. Откуда, блин? Так, ладно, посмотрим. ОЗИ. Наши. Так, 11. У нас 17. Так, броня 41. Огненный шар видели какой? 100%. Вот еще бы, если кто-нибудь умер на нем, вообще было бы эпично. Пас. 3 успешных, но правда прием не очень. Ладно, потный был матч. Можно сказать, один из сложных. Еще играли, можно сказать, на расслабоне. Местами, бля. Не успевали. Хода 3, наверное, не успевал я дать марку во втором тайме. Помарчить меченос с ГФИ. Потом, ну, где-то перестраиваться, но... Не слышим за музыкой ни хера таймера. Мало того, что не слышим, да еще и не смотрим на него. Так, никто не ушел? Надо проверить, блин. А то они, может, как я, втихаря, блин, чемоданы собрали и ушли. Нет, по ТВ незаметно. Ну вот сейчас смотрим. Козлик, который меченосец, сейчас скажет то, что предупреждает. Вот, проверяем еще раз. Так, не за них качнулся, это хорошо. Так, вот тут еще несколько пасов. И занос, и длинные ноги будут. Так, вот. 98 матчей. Раз. Сказал я мухожук. 2. Тоже 98 матчей. С одного помета они. Так, кабан. Ну, кабан 76, да, как я правильно сказал. Он еще пока что сказал. Побудет. Так, буйвол. У этого вообще 101. Так что не сегодня, а завтра. Так, буйвол, да? 3. Да, Орикс, как я и говорил, 96-й матч. После 96-го они говорят, все, мы устали. Нам пора. И кого я пропустил? А, значит, все правильно. 4. Раз. 2. 3. Ой, 3. Раз, 2. Вот 4 игрока. Костяк команды. Вот считайте сразу, сколько минус ТВ. Сразу деньги у нас будут плюсоваться, а не минусоваться, как сейчас. Так. 180 килограмм.
Так, 390. 390 плюс 220. 510, да? 510 плюс еще. Вот 720 ТВ, блядь, сразу. Уяк! И мы такие молодые козляты, как будто только что из квигов. Вышки, блядь, здравствуйте. Теперь нагибаетесь, смазывайте и все. Это сразу минус две клавсы. Так что чё там бояться? То, что в вышку вышел. Я не вижу. Так, все, запись надо снять.